И в завершение выпуска павлодарские бахчеводы в этом году собирают неплохой урожай арбузов. В среднем с гектара получают по 430 центнеров. Почти 2000 гектаров засеяли сладкой ягодой в районе Ак-Кулы. Его традиционно считают родиной знаменитых лебяжинских арбузов. Плоды своего труда местные бахчеводы продемонстрировали на арбузном фестивале. Праздник традиционный и, главное, сладкий. Потому как в этот день можно отведать практически все сорта, говорят его участники. На массовую дегустацию всего привезли более 10 тонн бахчевой продукции. К слову, в регионе выращивают более 40 сортов арбузов и дынь. Так, это наши рекордсмены. Диана весит больше 30, вот это больше 25, это примерно до 30 весит. Натуральный сок придумали, чтобы ребятишки кола, вот этот пепси-колу не пили. Вот этот натуральный сок с арбуза, вот, пожалуйста, вот так. Крайник открываете и закрываете, и этими трубочками детям можно подавать. Вот хочу вас угостить нашим арбузным вареньем. Посмотрите, какое оно вкусное, сладкое. Из сладких арбузов, из сладких сортов арбуза. А у нас очень много сортов арбуза.